Программа «Доступная среда» направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Эффективность их реабилитации за счет доступности образовательной среды, продолжение самоизоляции детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно по этой программе в детском саде поселка Майский была оборудована логопедическая комната. Был закуплен весь необходимый инвентарь для развития детей. Это сухой бассейн, музыкальный проектор, столы и стулья. Все необходимое для занятий. Наша съемочная группа посетила этот детский сад и запечатлела первое открытое занятие. Город раньше был солнечным, а стал каким? Как вы думаете? Был солнечным, а стал пасмурным. Молодцы. Улицы были чистыми, а стали грязными. Дети были умными, а стали добрыми. Были добрыми, а стали злыми. Были вежливыми, а стали грубыми. Жители города были веселыми, а стали грустными. Ребята, жители этого города просят у нас помощи. Поможем им? Поможем детям. Отправимся в Буквоград? Да. Будем помогать? Да. Пошли. Эта улица называется Зеркальная. А как вы думаете, почему она называется Зеркальная? Потому что кругом зеркала. Но... А вам интересно узнать, какое настроение в этих зеркалах? Интересно узнать? Да. Давайте сначала поиграем с вами в игру, которая нам в этом поможет. Денис, давайте поиграем в игру. Будем с вами мы играть. Будем с вами колдовать. На всех нас, без сомнения, влияет настроение. Важно для нас настроение? Да. Давайте посмотрим, какое настроение в этих зеркалах. Возьмите себе каждый по зеркалу. Каждый себе выберите зеркало, какое нравится. И давайте посмотрим в него испуганно. Испуганно посмотрим. А теперь давайте посмотрим, как будто мы сердитые. А теперь как будто мы злые с вами. Давайте. Ох, как мы злимся. Смотрим на себя в зеркало. Ой, какие некрасивые эмоции. Дети, а как вы думаете, почему в зеркалах такие эмоции нехорошие? Почему такое плохое настроение в наших зеркалах? Ха-ха-ха. Зачем пришли в город? Я здесь хозяйка. Это мои зеркала. В них мое отражение. Настроение жителей этого города. Убирайтесь отсюда. Это злая старуха Завида. Это она заколдовала наши зеркала. И ее плохое настроение в них отражается. Потому что она злая, сердитая и никого не любит. А как мы сможем расколдовать наши зеркала? Какое настроение старухе не подвластно? Как вы думаете, какое настроение не может она показать? Какую эмоцию? Может злая старуха улыбаться? Нет. Давайте возьмем зеркала и расколдуем их. Давайте мы улыбнемся, как будто солнышко нас согрело. Улыбнемся, улыбаемся. А теперь давайте порадуемся, как будто наше самое заветное желание исполнилось. Обрадовались зеркалу. Вот с вами мы зеркала расколдовали. Положите. Эй, молодцы. Зеркала мы расколдовали, но жители остались почему-то грустными. Посмотрите, какой грустный человечек у нас. Подарим ему улыбку? Да. А мы сделаем это с помощью чего? Давайте подарим ему улыбки. Вот он у нас теперь улыбается как. Улыбается? Добавляй сюда пуговичек. Давай, на. Я да, хочу. На пуговичка, на. Добавляй. Давай сюда, добавляй. Вот как он широко улыбается у нас. Вот он какой человечек красивый. Из волшебных камешков и веревочек сделаем улыбочки. Выбирайте, кому что нравится. Давайте садитесь, Берем. Чтобы всем было место. Садимся на коврик, чтобы всем было. Давай, будет улыбаться. Делаем улыбочку. Раиса Витальевна, ой, какая красивая улыбка. Полиночка, покажи свою улыбочку. Смотри, сделай вот так глаз и носик. И вот улыбка какая. Вот человечек мой улыбается. Помочь тебе, Денис? Давай сделаем глазки. Какие мы сделаем глазки? Давай беленькие сделаем глазки. И красные глазки сделаем, да? И улыбочку. Складываем. Давай делаем. Как у нас улыбается, радуется. Вот. Вот.
А у меня две. Вот так. Вот какие улыбки у вас. Вот человечки. Я еще не закончил. У кого еще не получилось улыбка? У всех получилось. Молодцы какие. Теперь все жители улицы Зеркальной улыбаются. Ой, какие у вас красивые улыбки. Даже солнышко засияло. Спасибо. Давайте, ребята, на веселую разминку. Я под песенку «Солнышко». Давай. Ну-ка, вставайте на зарядку, выбегайте, хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы, отвечаем. Все готовы. Начинаем, все здоровы, я не слышу. Все здоровы. Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Пригорять, любим скакать, солнышко на облачко. Чтоб не уставать в дороге, все разрабатываем шею, чтобы делать веселее, солнышко лучистое, любим скакать, солнышко на облачко, перелетать все вместе. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, еще раз. Пополам согнуться и руками земли коснуться. Ну-ка, ноги не сгибать. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, все постарались. Разогнулись, отдышались. Солнышко лучистое, любит скакать. Солнышко на облачко, перелетать. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Не покурить. На носочки, тянем руки, что есть мочи, прям до неба дотянись, выдыхаем, руки вниз, поздравляю, все в порядке, молодцы, конец зарядки, солнышко лучистое, любим скакать, солнышко на облачко, перелетать все вместе, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, еще раз. Помогли мы жителям Гальной улицы, подарили им такое хорошее настроение. Идем дальше. Ну, пойдемте дальше с ней. Буква строительная. А как вы думаете, кто живет на этой улице? Буква строительная. Живут на ней буквы. А как вы думаете, из чего можно построить буквы? Из чего, ребятки, буквы? Из чего мы можем с вами построить буквы? Из бумаги. Из бумаги можно. Еще. Из пластилина. Из пластилина. Из картона. Еще из чего можно? Посмотрите, что у нас здесь есть еще. Из пластмассы. Из прищепочек можно собрать буквы? Можно. А из палочек счетных можно собрать буквы? Да. Можно. А давайте мы попросим нашего самого главного специалиста –
по звукам и буквам помочь нам в этом. Ха-ха-ха! Попробуйте только построить буквы. Ой, ребята, не пугайтесь. У нас ведь есть весь материал, чтобы построить эти буквы? Есть, есть из чего строить. Да. Давайте мы построим буковку А или О. Хорошо? Быстренько подошли. Кто хочет буквы? Кто из прищепочек, кто нашел? Из прищепочек. Катюша, выбирай. Пойдем-ка. Ты с палочкой будешь строить? Да, вот это можешь. Давай с палочкой. Какую буквы хочешь? А или О. Молодец. Молодец. Умничка. Денис там быстро справился. Молодец. Катюша. Молодец. Ой, Никитка, умничка, умничка тоже сделала. Давай мы техники делаем. Так, да? А туда надо палочку. Молодец, умница, как Полиночка. Посмотрите, у нас, между прочим, здесь Завида тоже наделала вреда. Посмотрите, у нас в одной шапочке она перепутала и буквы, и цифры. Ну-ка, давайте мы разберем, где у нас буковки, а где цифры. Давайте в одну шапочку мы буквы будем, а в другую цифры складывать. А вот это. Сюда. А в другую цифры. Молодцы, молодцы, умницы. Ой, ой, совершенно правильно, смотри. Вот. Катюшка, помогай. Терпи сюда. Где в такой шапочке? Вот сюда. Складываем сюда. Молодцы. Ой, теперь нам не страшна никакая Завида. Мы здесь, молодец, умничка. Сюда эта буковка. И здесь мы порядок навели. Правда же, ребятки? Ну-ка, быстренько. Молодцы. Быстренько соберем все это, чтобы не мешали. Давай. Молодцы. Цифры все молодцы. А давайте с вами вспомним такую хорошую речевку. Спокойно будем говорить, не торопиться, не спешить, и станет наша речь и четкой, и... Теперь пошли на следующую улицу. Пошли. Какие красивые улицы. Следующая наша улица называется Садовая. Ага. Ну, смотрите, старуха Завида здесь напроказничала. Все цветочки у нас завяли, лепесточки просыпались. А как же мы это будем с вами исправлять теперь? Как мы цветочки поможем? Ребята, исправим? Будем помогать цветочкам. Давайте соберем лепесточки. Вот смотрите, у нас на этом лепесточке есть звук П и О. А вместе будет умничка По. Этот листочек оживили. Мальчишки нашли у нас. Это какой звучок у нас? И будет Су. Умничка. Здесь подождите. Нужно найти картинку, в названии которой есть слог Со и Лиса. Найдите, пожалуйста, эту картинку. Со. Называй. Называй. Кроссовки, сумица. На какой цветочек положим? Сорока. На какой цветочек положим? Вот сюда. Колбаса, верно, тоже. Сапоги, молодцы, ребята. С этим заданием вы все справились. Умнички. Так, эта улица у нас была очень удачная, да? Пошли дальше? Пойдем дальше? Пошли. Идем через мостик, да? Идем. Смотрите, какая у нас здесь речка. Вся. Ну а как же мы перейдем с вами? Старуха Завида сломала мост. Как мы с вами теперь переберемся на тот берег? Мы с вами сильные? Да. Смелые? Да. Отважные? Да. Давайте я проверю, глубоко там или нет. И попытаемся пройти с вами через брод. Никита, сначала я проверю, глубоко или не очень. Ой, как же. Нет, не глубоко. Подождите, а вдруг дальше глубже? Давайте я сначала. Пройти, не боитесь? Нет. Ну, пошлите. Потихонечку, аккуратно. Бывает. И поплавать. Не поплавайте, немножко поплавать. Видите, как плохо без моста. Ой, Никита. Никита. Никита, возьми цветочек за то, что ты живым через речку перебрался. Бросай. Так.
Мы сейчас его посадим. Освежили. Давай, пойдем дальше. Пойдем дальше. Что такое? Глубоко. Выходи, а то одна встанешь. Пойдем вдвоем. Молодцы, все. Посмотрите, у нас вдруг цветочки ожили, да? Пошлите их посадим на клумбочку. Ожили все живые. Давайте мне цветочек, а я буду на клумбочку сюда их цеплять, хорошо? Мама, смотрите, а меня? У тебя цветочек, Сашка, прости, пожалуйста. Вот я себе прикрепила. Ой, молодчина, ты уже все прикрепили цветочки? Все цветочки. Посмотрите, ребята, у нас клумба ожила. Стали какие цветочки у нас красивые, правда же? Мы с вами все такие улыбчивые стали, добрые, друг дружке помогаем, правда? Давай, Марк. Подождите, а теперь... Посмотрите на меня. Подойдите ко мне. Это мы с вами такие сильные и смелые. Но не все же такие храбрые, как мы. Как другим жителям перебираться через речку? Кто-то боится воды, кто-то плавать не умеет. Давайте мы для них построим с вами мост. Построим мост? Да. Давайте встанем друг напротив друга, мальчики в один ряд, девочки в другой. Чешечки сюда, чешечки. А девочки? Напротив. Будем Светлана, давайте мы с вами тоже поможем в строительстве моста. Посмотрите, мы посмотрите будем основу заложить. Как мы будем строить мост? А как вы думаете, из чего можно мост построить? Еще, Полиночка, давай мостик построим, потом будем... Из камня. Из камня еще. Мостик волшебный, из вежливых и добрых слов. Будем строить? Да. Давайте, начинайте. Мы построим из вежливых слов самое красивая, Ольшка. А ты скажи, самая у тебя мама какая? Масая. Любимая у тебя мама. Вот какие мы слова подобрали. Теперь вы протягивайте ручки. Говорите друг другу вежливое слово. Вежливое слово говорите. Вот. Давай. Добрый день, да? Громче. Ну, не слышно, Никитка. Громче говори. Говори доброе слово, вежливое. Доброе утро. Доброе утро. Ты самый замечательный. Пожалуйста. Теперь жители нашего Буквограда не только вежливые будут, но еще будут с хорошим настроением, с улыбками. Подарили мы им радость, построили для них мост вот такой вежливый. Справились мы со всеми проказами буквы? Ой, ручки завидные. Справились. А давайте мы на память оставим этому городу свои ладошки и оставим на них. На ладошке. Вот, и отпечатаем вот там, с улыбкой. Вот ладошка моя. И улыбается она у вот, меня. Вот так придавливай чуточку. Вот. Будем делать улыбочки. Теперь рисуйте убирай пальчиками. Потихонечку. Давай, и пальчиком Катюша, рисуешь давай, вот такую ручку, улыбку. Так. Смотри. О, да. Это моя. Да. Это моя. Оставим на память жителям Буквограда. Оставим? Нет. Да. Нет, да. Оставим. Мы хотим, мы чтобы все были вежливыми. Садиха. А мы когда вернемся, устроим праздник? Свалится счастье, подели его на части и расставь всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Друзья, а для них у друзей нет выхода.
Активное участие в завершении ремонта принял глава поселения Андрей Дацко. Он приобрел надпольное покрытие в виде ламината. Дружный коллектив в составе учителя-логопеда, психолога и музыкального работника делает все для улучшения и развития деток. Сегодня мы показали интегрированное занятие с детками, которые в будущем пойдут у нас в школу, но у них небольшие проблемы с речью. Но также у нас есть детки, два ребеночка пока что, которые нуждаются в специальном образовании. Сейчас у нас введена инклюзивная система образования, и мы вот включили этих деток и проводим с ними работу индивидуальную. Цель проведения сегодняшнего занятия — мы хотели показать, как мы теперь учимся работать не поодиночку специалисты, а вот именно вместе, как сегодня требует наша инклюзивная система образования. То есть совместная работа психолога, нашего музыкального руководителя и непосредственно логопеда. Такая система очень нам нравится, потому что можно донести до детей очень многое, во многом им помочь. И хотелось бы, чтобы, конечно, родители увидели нашу работу и не боялись. Мы всегда дружим с детками и приглашаем вас приходить. Мы очень даже будем рады и по возможности поможем во всем, чем...